Где тетя-то? Вот тут. Вот, лежит. Ну, давайте проверим. Смотреть. А, блин, спасибо тебе большое, нафиг. Миш, ну, прости, я не специально. Жесть. Что это? Что это такое? Да, что это такое? Ты прикалываешься, я мог выйти отсюда. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать, с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Так, вас ждет жуткая игрушка под названием... Димон-спорт. Ох, в общем, как видите, какие-то твари вылезли из пробирки в лаборатории и готовы всех уничтожить. Блин, у нас тут управление-то с геймпада пишет на клавиатуре. Сейчас, все, отлично, разбомбили. В общем, в распоряжении у нас большая лаборатория и карта, где мы должны будем выжить. Если видите красненькие штучечки, это то, что нас сожрет. Зараза, да, а мы вот видно в... как-то ну, короче, человечком обозначим. Я дальше пойду... Тетя вон там не пережила встречи с этими мутантами какими-то. Да, было жестко. Если что, игрушка пока демка, но и в демке уже достаточно материала, чтобы изучить. Короче, у нас есть ближний удар. Иногда мы находим оружие. Мы чуть-чуть уже побегали, чтобы сразу же трэш начался. Вот видите, вот эти пиявочки. Очень, блин, неприятная штука на самом да. деле. Мишка! Я так тупо попался под эту штуку, ё-моё. Ну ладно, начнем все заново. Так, ладно, пока мы начинаем, хотим сказать, что, ребята, на Дзене у нас выходит прохождение, там уже полностью самураи у нас вышли, так что можете посмотреть, ну и другие игрушки. И, знаете что, зашел я ОБС настраивать, и вы, оказывается, ребят, спасибо вам большое, поддержали нас донатами, спасибо. Хотим для начала сказать Всеволоду Юдину огромное спасибо. Да, спасибо. Потихоньку всем тоже приветы передадим, ваши сообщения, да. Так, так что, ребят, спасибо за поддержку. Фига себе, кстати. Помогите, пожалуйста. Так, ну я хоть что-нибудь есть? Жрите, у тебя вообще, гады. Да, никакой оружки. Прикиньте, не осталось. Дверь не открывается, пока их не убью. Ё-моё. Так, вот у меня есть... Взрывчатка. Да, сейчас, смотрите, жру, твари. На те, собаки. Так, неплохо. Так, это открылась другая дверь, да? Вот сюда. Вот тут что здесь? О! Оружие! Это заморозка. А, заморозка ближним боем, давай, ты, Гарик. Собака. Вот так, прикиньте, как тут выживать приходится. Игрушка вообще жесткая. Интересно, а тетю можно обыскать? Где тетя-то? Вот тут. Вот, лежит. Ну, давайте проверим. Смотреть. Блин, спасибо тебе большое, нафиг. Миш, ну, прости, я не специально. А что это теперь? Закрылось? Пока мы не убьем это... Что это? Что это такое? Да что это такое? Ты прикалываешься, я мог выйти отсюда. Блин, Миш, солян. Охренеть. Надо вот эти... Да все, пипец. Подставил тебя. Охренеть. Ну, погодите, мне нужно отойти. Куда-то. Так, ладно, давайте. А вот это что такое за штука? Так, ребят, напоминаем еще, кстати. Не забывайте подписываться. У нас очень много интересных игрушек и поддержит лайкосом. Если да. вам не лень, ну и если вам нравится контент. Блин, карту хотел посмотреть, оказывается. Пойду сюда. Так, нам надо до выхода дойти. Мы да, про... да, мы главная можем задача наверх... вон зеленая. Это хотя там ой, нет. Мы вначале ой. Можем обезвредить хотя бы одну штуку, нет? Да успеть. У нас есть... Это тварь! Блин, да какая-то жесть, да что сурово. Вы творите, собаки вонючие. Так, здесь ничего нет у нас вроде такого, побыскать или еще что-то. Нет, можно вроде бы, вверх но тут пойти. Дверь есть. Пойдем прямо, потому что сверху какая-то опасность, хотя... А тут блин. Мы вниз пойдем потом. Ёлки-метёлки, сразу гаси кого-нибудь. Так, эти яйца, а можно стулом? Без стула. Ладно, давайте просто... Пускай присядет. Мы разломаем их. Так. Блин, ну, пока... Вот как должно начинаться, а то нам это. Да блин, мы сразу... женщину зря пощупали. Вот здесь есть недостаточно токенов. Стол еще надо посмотреть. А точнее, да посмотреть. Не-не-не, здесь видишь, просто все это подобрать можно. И, например, что-нибудь кинуть. И монитором даже можно. Липкий кинуть. Гель, вот видишь это. А это что? А-а-а. Обыскать, что сейчас, может, что-нибудь здесь найдем. А здесь что? Ничего не нашли. Так, вниз, если мы пойдем. Давайте вниз. Да, тварь, вот это, видите, сказать. Распространяется. Здесь с помощью вот этих токенов можно давай закрывать некоторые двери, чтобы они не распространялись. Главное, чтобы не вылупились, наверное, успеть. Да. Ну так. Вот тут вот, конечно. Тут где-то должен быть. Все, они так. Вылупились. Вот вон это что? Сейчас, сверху. Погоди. А, это отвлечь врага. Во, сейчас липким гелем. Так, отлично. Замедляет. На тварь. Неплохо, кстати. Так, обыск. А тут есть. Какая-нибудь. Вот это что? Горючее. Вот, им сейчас только знаешь что? Наверное, через... А как я через это? Через оно стекло не пробьется. Нельзя, тут нету.
Как вот мне к ним попасть-то? Я... Стой, вот это... Можно положить, наверное, да? Так, мне не хватает ничего здесь. Где-то должен быть компьютер. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, чтобы открыть эту. Так, вот, открыли. Гад, блин, вонючий. Далековато у нас горючее, ну ладно, еще дойдем. Сейчас мы швырнем. Они как раз вместе идут. Сейчас. Главное, да, не промахнуться. Отлично, все. Там будем ту комнату осматривать, нет, Миш? Здесь... Нам бы вниз и налево, на самом деле. А в чью эту комнату? Ну, я, блин, я боюсь здесь тут под эту вонь попасть. Ну ладно. Юль, я уже тебя послушал и сдох, поэтому пойду-ка я просто вниз и сейчас. А, вниз и налево или направо? И налево, 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 налево. Так, у нас есть заморозка. Так. Блин, язычки боятся. Они, надо. Да, они длинно шмаляют, конечно. Миш, давай, моросик. Все, отлично. Фу, ну, тут ящик, хардкор. Вон, видно, можно обыскать. Это питание. Нет, вот сверху, вот здесь. Нет? Ой-ой-ой-ой-ой, страшно выглядит. Ну, я просто выключил, для чего это только? Так, и вот сюда я хотел, да? Непонятно. Зачем я выключил? Скорее всего, все, может быть, если бы были какие-нибудь заблоченные двери или что-то типа того, то мы могли бы пройти. Хороший вопрос, для чего. Короче, огнетушитель – это наша тема. Мы тут сразу же можем. Ой, зря вот пшикнул. Зря, они, по-моему... Да. Блин, вот эти, кстати... Нормально, успеваешь. Все. Фух. Открыто. Так, вниз теперь, да, я обещал вроде как и хотел. Так, давайте заменим огнетушитель. На 160 теперь. А вот здесь ничего не будем обыскивать. Блин, да? А где ствол-то? Погодите. А вон, я не взял ствол, что я приперся сюда? Ё-моё. Сейчас бы уперся, это было бы... Вот я приперся. И говорю, спасибо. Обыскивать-то. Во, огнемет. Ништяк. Так, ну пойдемте, здесь снизу какие-то твари. Блин. Да, Миша, у тебя все пути мимо них обязательно. Кстати, вот здесь нам... Ой, вот это, вот это, вот это вот не надо нам. Ай, да как? Чуть-чуть пяточкой задел, твари вонючие, гниль. Попробуй, называется, выйди отсюда. Так, а здесь-то что? Просто куда-то идти можно уже. Так, смотри, нам надо простроить маршрут. Я пошел бы. Да, оружку сразу возьмем. Так, я не помню, говорил еще спонсор, блин, спасибо большое. Шиба Инон, тот самый сон и... Инспектор Узбек, все правильно. Так, минус один. Спасибо вам, ребята, в любом случае за поддержку. Спасибо. Там сейчас, кстати, да, розыгрыш. Уже второй подряд. Так, все, отлично. Гаси и отходи. Блин, у меня почему-то пшикает. А то сейчас языком по тебе зарядит. Я заморозил, не дал. Фу, поначалу-то все просто. Понятно. Да. Так, а куда я хотел? Любая дрянь может. Вроде ничего нету деле. Здесь. Я вот не знаю, можно ли с собой переносить предметы, например, какие-нибудь эти баллоны или липкости. Блин, трэш. Эти штуки распространяют. Блин, ты нахрена пшикнул? Зачем? Такую тупость сделал. Давай, жахай. И у тебя еще вниз можно взрывчатку. И вон еще одна, кстати, взрывчатка. Пошли нафиг. Это эта штука дурацкая, да? Да, надо аккуратно. Фу, жить будем. Оружие здесь не забыть. Сейчас открою, открою. Огнетушитель возьму? Или он разаменится? И вот, кстати, внизу еще что можно обыскать. О, лазер видишь? Какой-то. И тут вот ящики-то были, нет? Да-да-да, все это можно обыскать. А, это отвлечь врага. Боезапас. Вот это нет. Пока вроде все. И да? Вот здесь еще внизу. Угу. Сейчас чекнем. Так, ну здесь так, я уже не знаю, куда идти. Так, давай чекнем карту. Сейчас простроим маршрут. Смотри. Право оружие. Направо, вниз, может быть, успеем. У нас нет? Оружие уже есть. Я бы... Вниз мы не сможем, здесь нет перегородки. Да. Вниз это пойдем, значит, вниз и вправо, я предлагаю. Окей, ладно. Мне кажется... Тем более, смотри, там главное... О, боже. Так. Так. Ну, кстати, неплохо. Миша! А! Ты чё, блин? А чё я такой задел-то? Чё такой задел? Откройте! Вы чё, охренели, что ли? Может, что-то выключить? Отвлечь врага? Боже, это что? Вот за... эту штуку взять, она может сейчас сдохнет. Да бери! Бери! Огнетушитель ноль. Блин, оно перепро... Блин, оно вот в это говно превратилось.
Ой, уйди, ой, уйди, что за зачирыш тут? Фу-фу-фу-фу-фу-фу, стул возьмите, телевизор возьмите. Кстати, они уничтожаются нормально. Ай-яй-яй! Пипец, просто из ничего появилась эта дрянь. Из ничего. Так, ладно, здесь уже можно сразу же простраивать. Вправо. Направо, наверх пошли, что ли. Пипец, попробуем. Ну как тут выжить вообще? Это же нереально. Я причем даже. Казалось бы, да, всего несколько не дошел, комнат твари. Пройти. Так, где я-то? А, вот. Сразу гаси. Только язык так. Она, смотри, жрет стул пока-то. Да. Лежать. Так, я куда хотел? Тупая штука. Наверх. Да, наверх оружие. Да, что-то нам оружие. Я хочу, как, кстати, встретиться с этой помогло. Тварью. Так. Блин, включился опять это. Все отлично. Yes. Сейчас баллон в нее кину. Нам. На, по роже. Нам надо вот сюда. Оружие то есть взять. Сначала включить? Нет, это значит вот сюда надо. Вот интересно, вот этот стол. Ну, ничего не считается. Вот сюда сначала. Это потому что вот эта штука, это вот дверь закрывать. Но у нас нету. Эй, стой, я вообще другую включил. Сейчас узнаем. А вот, да, вот я хотел сказать. Хорошо, вот что это есть такая штука, которая показывает. Какая другая пушечка. Все-таки. Сменить оружие. А вот как мне... На геймпа... А, вон оно что. Вон оно что. Дай-ка я заменю. Во, ну все. Ты теперь вообще кобзда. Вооружен. Блин, надо зубов. Наверх идти. Так сейчас... Где? Угу. Вот этих надо... Тихо. Вот эту штуку. Мозги полезны. И уйди сам языком. Вот здесь вот надо как-то разобраться с этими сейчас, погоди, цепочками. Блин, а весь огнемет закончился. Как бы... Надо открыть сначала. Так. Давай вот, обыщем, может стой. Быть, вдруг патрики будут, Миш. Да, огнемет, боеприпасы. Но их, может, заморожу просто. Ну, фиг знает. Сейчас ты давайте, тоже заморожу. Давайте, идите сюда, черти. Все. Отлично. Ух, вот здесь можно еще обыскать. Да. Патрики не забывай. Ой, короче, я так понимаю, надо именно с оружием. Не, я тебя больше женщин трогать не буду. Пойду, мне пофигу, на таран. Миша, травма теперь. Да, женщин не трогать. Так, где мы? Сначала надо понять. Где? Вот смотри, через стенку ползет, смотри справа. Да. Я вижу. О. Вот эта штука разрастается. Нет! Трэш, а я не пойду, а я не пойду. Она я такая, пойду. Я к тебе сама приду. А я не пойду. Давай гаси их, гаси, сейчас, гаси. Сейчас, сейчас, сейчас. Идите нахрен. Не пойду. На, козлина вонючая, на, гори там в аду. Жесть. Не пройдете вы, хрен вам. Не сдамся я. Как мы должны, убрите. По вашему мнению? Нет, нет. Вот. Стул им кинь. Обрезал, кстати. Да уйди ты нафиг! Не, Миш, походу мы здесь помрем. Вот тут, возможно, что-то не есть. Помрем, не помрем, огнетушитель. Заморозка еще есть. Клешни все эти. Обрублю нахрен. А! Он сквозь сюда! Они уже перепрыгивают. Дело дрянь. Внизу тоже, если что, огнетушитель этот. Заморозка. Горите, черти. Может, обрежу он хлыст. Обрезал. Но она ей пофигу. Они самодостаточны, Миша, здесь. Не это пущу! Штука к нам идет. Ни в коем случае возьми монитор, собака. О, что-то кстати, электрошокер. А это что, кислота? Бахнет. О, сейчас, может, обрежет. Вот это последнего собаки. Питание, Миша, может... Миша, все, как сказать? Все, вход пошло. И мы можем сбежать. Вот для чего это. Фу. Это мы назад или куда? О, они рубят. Быстрее, видишь, за окнами эта хрень. Да ты бей, петь по нему, а не куда ты... Убери язычок свой сраный. У меня ничего нету. А, тварь.
спиртная кислота или же... Ай, нет! Все, за жопу взяли. Ну, кстати, классно. То есть, получается, даже когда тебя вот эта штука поймала, есть шанс сбежать. Ладно, давайте остановимся. Да, бедная коровка какая-то. Вот они, походу, экспериментами своими закончили. Да тут кабаны какие-то или кто это? Реально... Ослы. Ослы, собаки и сутулые. Ладно, все. Достаточно нервотрепки. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!